Жители Восточного Бутова бьют тревогу. Движение общественного транспорта здесь не налажено. Бывают дни, как правило, это 1-2 раза в неделю, когда добраться на маршрутке до метро невозможно. Жители новостроек прислали нам видеописьмо, в котором и показывают, и рассказывают о своей проблеме. Многие недовольны этим, так как здесь большинство купили квартиры. То есть многим нужно отводить с утра детей. В садике, в школу нужно отводить, самим на работу. Микрорайон начал заселяться около года назад. Тогда компания-застройщик обещала всю возможную инфраструктуру, включая и транспортное сообщение. Маршрутные перевозки начала осуществлять компания «Сатурн Тревел». Но в декабре минувшего года, по словам местных жителей, тендер на перевозки выиграла другая компания, которая должна начать работу с 16 марта 2017 года. Пока же добираться до метро новоселам приходится, изыскивая разные способы. Чтобы забрать людей, потому что ситуация очень критичная, надо помогать соседям. Как еще быть? Что делать, конечно, очень патовая ситуация. Ситуацию взяли под контроль таксисты. Как с лицензией на работу, так и бомбилы. Цена поездки от 400 рублей и выше, в зависимости от спроса. В желании подзаработать они даже устраивают потасовки между собой. Возвращаешься с работы, маршруток нет, как добираться? Такси, ты едешь на работу, зарабатывать деньги, а не такси. Будет ли решена проблема с общественным транспортом с приходом новой компании, покажет время. Ну а мы будем следить за ситуацией.